ну хватит! Прекрати! Вы живы лицом к стене. По какому праву? Говори уже не к добру это. Тихо! Стоять! Вы живы лицом к стене. А чё, типа, может так просто подойти и ничего не будет? Какое-то нелепое бездействие происходит. Я сохранил порядок. О, вы живые? А я все это время думал, как же тренируются ассасины. Теперь на одну тайну в этом мире стало меньше. Последняя точка обзора изучена. Давайте посмотрим, как долго в этой игре я буду сидеть. Работа, поиски сокровищ, выполнение поручений, оплата сдельная. Ух ты, какой тихий попался. О, тишина, наконец-то. Зло притаилось рядом. Да, он совсем мясо пропадает. Я уверена, чашка летает. Это он. Определенно здесь есть зло. А ты не пробовал снять обувь и носки? Мне кажется, это надо делать чистыми ногами. Ладно, ладно. Вот они, левитирующие люди. Они далеки от земной жизни. Чёртовы аристократы. Приятная встреча. У меня новый. У него явно после работы голова болит. Если ты стражник 5 уровня, а я 1, это не значит, что я тебе пиздюлей не отвешу. Я люблю сложные челленджи. Изи. Да выёживался. Ты не подчиняешься блюстителю закона? Либо ты прекратишь разбойничать, либо прекратишь разбойничать. Слушай, а если я прекращу разбойничать? Давайте еще чуть-чуть, и кто-то из вас явно не победит, потому что вы оба в проигрышной ситуации. Было забавно за вами наблюдать, но мне пора по делам. Бля, мне не сюда. Привет, друг! Чё готовим? Да ладно, не игнорируй меня! Чё сегодня кушать будем? Похоже, сегодня еды не будет.
А ты сначала догони. О, еще один летающий человек. Он чего-то боится. Может, надписи «Тиран»? Согласен, я его тоже боюсь. Достаточно просто бежать вперед, и сразу можно увидеть, как быстро все телепортируются и меняют свои одежки. Их. Оп. Ага. Почти попал. Старайся лучше. Так, ладно, его отвлекли. Пора заняться делом. Да не шевелись ты. А, мне нужно скрыться. Будем считать, что я успешно справился с этим заданием. Так, наша цель в подворотне. Давайте на него неожиданно нападем. Чего? Просто вжух и нет. Майнкрафт. Копать. Уголь. Железо. Алмазы. Майнкрафт. Вау-вау-вау, что сразу началось? Я вообще-то хозяин этого прекрасного. Пока! Стражник говорит, что здесь что-то не так. Мне даже интересно, что. Ух ты! Он был прав. О, художник. Я сам когда-то рисовал. Давайте дадим ему пару советов. Да-да-да-да-да, руку чуть-чуть ему повыше это сделай. Еще чуть-чуть. Во, в самый раз прямо. Ага. Ага. Добавь чуть-чуть белого. Прям один в один получится. Ух ты. Лодка сильного и независимого. Я надеюсь, ты кошек нормальной едой кормишь, а не тем, что у тебя за спиной. И чё только не встретишь в играх. На каждом повороте какая-нибудь фигня да произойдет. Ага. Чё они делают? Ребята, вы что делаете? Это 18 век, вы воду из этой реки берете. Не, ну вы капец, коня. Труп ожил. А этот утопился. Пойду-ка я отсюда.